Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и сегодня мы играем Hills of Steel, и давайте возьмем нашу Теслу, и поиграем с Теслой. Так, пошел у нас первый удар грома. Немножко помучаем боссов. На, молнии прям тебя. Держи. Все, уничтожили. Вот такой вот у нас, танк Тесла хороший, достаточно-таки мощный. У нас еще, кстати, есть ремкомплект, который мы можем отремонтироваться. Опа, готов, едем дальше. Можно было, конечно, взять циркулярную пилу. Вот с циркуляркой было бы, может быть, интереснее. На, сейчас мы его отщелкаем. Так, ремкомплект используем быстрее. Все, отремонтировались на 100%. Какой грозный все-таки танк вот этот, да? А Тесла. Прям вообще монстр, который уничтожает электричеством даже, смотри, с какого расстояния. Мы можем вот так вот подъехать. Даже где-нибудь, я думаю, спрятаться. Вот здесь мы сейчас спрячемся. А, нет, от вертолета особо, ребята, не спрячешься. Но мы попробуем. О, хорошо, смотри. Молния как. Давай, есть. Офигенская молния, огромная, длинная такая. И, конечно же, мощная. Так, бомбардир. Давай сюда. Получай энергией. Ух ты. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем другое. Ага. Давай, едь ко мне, едь. Во, получай. Есть. А нет, ты еще живой там, да? Ну, сейчас мы тебя щелкнем. Опа, готов. Да, вот это вот мощность. А, лазерная пасть. Едь ко мне поближе. У меня есть к тебе небольшой подарок. В виде молнии. Так, мне нужно только встать сюда. Вот так вот сюда. Опа. Тихо. Подожди. Лазерная пасть. Мы немножко похожи с тобой. У тебя есть лазеры, а у меня есть молнии. О, тебе не повезло. Я могу бить через этот холм. Смотри. Видал? На, получай. Готов. Следующий у нас удар грома. Так, давай. Такая же тактика у нас будет, ребята. Так вот будем бить. О, вот здесь даже встанем. Смотри. Опа, ты понял? Нормально? Я считаю, очень даже нормально. Все, еще один ударчик тебе. И все, он разрушился, танк. Такой огромный танк, он не выдержал заряд моего орудия, молнии. Ладно, давайте поедем. Опа. О, прям в голову я целюсь. Молнию. О, скоро тебя я щелкну, подожди. На, получай. Есть. Уничтожили мы его. Готов. Так, ну, легиончик. Мы его сейчас быстренько тоже щелкнем. Сейчас подъедем поближе. О! Давай, едь сюда ко мне. Сейчас мы тебя щелкнем. Даже я могу отъехать. О! Ракетками решил меня пострелять. Ничего не получится у тебя. Ребята, кстати, хотел передать привет сегодня. Сегодня передаю Максиму привет, Александре, Юлии и Данилу. Так, тоже привет мы передаем. Если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет в следующем ролике, то обязательно подписывайся на канал, ставь лайк этому видео и пиши комментарий. Привет. И в следующем ролике я передам привет именно тебе. Вот, а мы уничтожаем сейчас вертолет будем уничтожать. Гонца ада, гонец. Гонец летит. Давай сюда. О, получай. Так, почему у меня не получилось его до конца уничтожить? Сейчас попробуем, подожди. Давай, опа, лети ко мне. Ладно, мы сейчас отъедем немножко подальше. Какой-нибудь холм найдем, выступ. А, вот этот выступ меня устраивает.
Ну давай, едь сюда. О! Энергия. О, он даже не подъехал ко мне. Подожди. Давай вот сюда. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Молнией мы его поджарили. Так, следующий. Бомбардир. Давай, лети ко мне. На, получай. Так, не успели, ладно. Он сейчас будет опять стрелять ракетами. Нам нужно успеть вот на этот холм встать. Есть. Смотри, как его тяжело уничтожить, оказывается. Он, оказывается, мощный. Ты чего, мощный, что ли? Давай, лети сюда. Ого! Ладненько. Сейчас я вот здесь встану. Опа, получай. Ага. Мне нужен выступ повыше. Вот этот, например. Вот здесь. На, есть, готов. Бомбардир. Не выдержал. Ой-ой-ой-ой, лазерная пасть. К нам едет лазерная пасть. Это уже более серьезный противник. Но, ребята. Лазерная пасть, она, видишь, как... Против меня. И ничего. Она ничего не сможет сделать. Давай, давай, на. Еще тебе, еще ударчик. Держи. Опа, все, уничтожили. Уничтожили его. Так, удар гнома, хотел сказать. Ну пусть это будет удар гнома. Сейчас мы этот удар гнома тоже уничтожим. Опа, вот отсюда, например. Есть, получай. Так, ладно. Сейчас мы на тебя нацелимся. О, выжигаем его. Давай, так у нас этот заряд закончился. Выжигаем, выжигаем. Есть. Все, готов. Так, ну этот вообще не страшный. Нет, армада, она тоже, она страшная. Я не знаю, сейчас посмотрим. Я путаю этот танк с каким-то другим или нет. Какие у него там будут выстрелы? Маленькие или... О, нет, это нехороший. Это нехороший, ребята, танк. Ух ты. Сейчас, подожди, он подъедет. А мы его с холма сейчас начнем уничтожать. О! Ух ты, нифига, он уничтожил. Срочно берем 3 алмазика и идем дальше. Ух ты, нифига, у меня больше, чем половина. А половина жизни, кстати, у меня. Половина жизни. Есть. Поэтому мы еще далеко с вами, ребята, пройдем. И попробуем побить свой собственный рекорд. Ага. Легиончик. О, ну легиончика мы сейчас легко мы щелкнем. Подожди. Сейчас я подъеду к тебе поближе. Вот так. Сейчас поджарим. Поджарим тебя. Давай, 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 жарься. Так, ты что-то плохо жаришься. Давайте немножечко отсюда... С другого холма попробую. На. Есть. Вот это все-таки, да, Тесла. Классный танк такой. А, вот, кнут. Кнут. Он такой, он слабенький у него. Он стреляет такими бомбочками. От них же он сам и страдает. Смотри, если я сейчас подойду поближе. Ох ты, нет. Ай, уничтожили меня. Да, не посмотрела я, конечно, что у меня уже здоровья было мало. Так, рекорд у меня 420... 552 рекорд. Так, бригадный генерал. Добавили мне звание. Спасибо. Но давайте еще попробуем крушитель луны... Нет, да, крушитель луны. Возьмем теперь какой-то... Давай вот эту осу возьмем. Только прозрачную стелс. Сделаем из него... Такой вот стелс. Ох, нифига, красавчик. Ну, смотри, какой прозрачный. По идее, прозрачный танк, его не должны видеть вражеские танки. Сейчас мы это проверим. Ага, видит он меня или нет? Давай посмотрим. А, смотри. Получается, он мне не наносит же, да, урон? Я ж прозрачный. Ага, я думал, он меня не будет видеть. Нет, все-таки видит. И немножечко броню нам подпортил. Ну, ничего страшного. Давай, иди сюда. Так, о, тут перезарядка долгая. Долгая перезарядка. Но зато
Одного выстрела достаточно-таки на одного танка хватает полностью. Поэтому здесь особо не страшно. Смотри, опа! Даже хватает более... Два, кстати, выстрела хватает уничтожить один танк. Два заряда. Смотри. Да, я ему сейчас даже три сделаю. Опа, три или четыре, не заметил я. А, вот и босс едет, армада. Угу. Так, хорошо, сейчас попробуем. Сейчас мы его щелкнем. Иди сюда. Так, у тебя тоже ракетки, и у меня ракетки. Только у меня мощнее раза в два, смотри. И еще один. На, готов. Уничтожили мы босса. Здорово. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать и серию. Давайте откроем сундучок. Посмотрим, что там. А там у нас кобра, скорпион, мина улучшение. Ну и хорошо. Ну что ж, всем пока-пока, до новых встреч.